Приветствую вас и думаю, что ответом на ваш вопрос будет то, что необходимо понять, что для человека является счастьем, что ему нужно для счастья, а для счастья человеку нужно, как правило, осуществление ряда желаний, достижение ряда целей, получение ряда благ и наличие определенного положения как в обществе, так в личной жизни и так далее. То есть для начала, прежде чем говорить о том, как сделать человека счастливым, нужно понять, что для человека вообще является счастьем. И тогда, имея в виду, что счастье есть некий идеал, как правило, недостижимый, то приложить усилия к тому, чтобы притворить в жизнь ту возможную часть счастья человека, которую реально. То есть концентрироваться нужно на том, что реально осуществить. Допустим, человек хочет чего-либо, и это составляет 100% счастье. Оно, скорее всего, недостижимо, потому что абсолютно во всех пониманиях счастье представляет собой некое идеалистичное образование. Но на 60%, например, это счастье вполне реально притворить в жизнь. Вот на этом вам и нужно концентрировать свое внимание, и именно так можно сделать человека счастливым. А начать делать его счастливым нужно с того, что спрашивать, что для него есть счастье, чего он хочет, что ему нужно, чего он желает, о чем мечтает и так далее. Вот именно так можно ответить на ваш вопрос. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. До свидания.